Всем привет! Сегодня мы снова находимся в Зеленом городе, и я снова хочу пригласить вас на небольшую экскурсию по местам моего детства. В прошлый раз мы были в доме отдыха «Учитель» и в доме отдыха «Красная Сормова». Всего здесь в то время, 80-е годы, существовало 5 домов отдыха, и в каждом из них я отдыхал. Сегодня я хочу вам показать другие 3 дома отдыха из моего детства. Сейчас мы приехали в дом отдыха «Кудьма». Давайте немножко пройдем, посмотрим, что с ним стало. Итак, это центральный вход клуба. Центральный вход в клуб. Вот такой он стал спустя много лет. А когда-то здесь показывали фильмы. Я даже помню, когда мы с отцом одно время отдыхали в другом доме отдыха, в Красном Сормове, мы приехали сюда специально, чтобы посмотреть какой-то индийский фильм. Здесь был очень хороший клуб. Здесь было очень интересно. Было здорово. Такие вот воспоминания. Вот смотрите, в каком состоянии находится сегодня этот клуб. Да, очень печально видеть этот клуб в таком состоянии. Но вот такой он сегодня. Смотрите, какая замечательная здесь природа. Какие замечательные здесь деревья. Как много разных деревьев. Здесь и сосны, здесь же и ели, здесь же и березы. Такое замечательное место. К сожалению, корпусов жилых практически не осталось, как я смотрю. Либо они приспособлены под жилье, то есть здесь живут люди, которые когда-то здесь, как я понимаю, работали в этом доме отдыха. Я искал столовую, но я ее не нашел. Возможно, что ее уже нету. Она не сохранилась. Сейчас, когда мы обошли этот дом отдыха, мы видим, что, по сути, кроме клуба, здесь больше с того времени никаких практически зданий не осталось. Осталось только ряд домов, в которых живут люди. Я предлагаю вам отправиться дальше. Итак, это река Кудьма. Здесь был центральный пляж. В 80-е годы сюда приходили все отдыхающие со всех домов отдыха, а также дети, которые отдыхали в пионерлагерях, ныне несуществующих. Хочу сказать пару слов по поводу реки Кудьма из моих детских воспоминаний. Река эта была очень холодная, очень чистая, с очень быстрым течением. Посмотрите, какое течение сегодня. Она практически стоит на месте. Спустя много лет. Вдалеке мы видим
Это коттеджный поселок. На этом месте раньше был пионерский лагерь. По-моему, он назывался Кудьма. Теперь он весь обнесен по периметру, с охраной. Там живут люди. Сейчас мы с вами подошли, спустились к центральному некогда пляжу. Конечно, все очень здорово изменилось. Изменился в первую очередь ландшафт. Все было немножечко по-другому. Но что могу сказать? Здесь кругом был песок, здесь кругом были сходы. Тут было очень много народу, купались отовсюду люди. С той стороны ребятишки прыгали прямо сверху, ныряли. Здесь кругом было просто замечательно. Жаль, что сегодня вот оно вот так. Сейчас мы подъехали к бывшему дому отдыха «Зеленый город». Это был центральный вход. Аллея была прямо. Если пройти, по правой руке была регистратура. Чуть дальше, по правой руке, было большое здание клуба. В данный момент этот дом отдыха снесен. Там построены коттеджи. И проникнуть туда мы не сможем. А очень жаль, потому что очень хотелось бы попасть в этот клуб, посмотреть на него. Неизвестно, сохранился ли он по сей день. Вот такая судьба постигла этот дом отдыха. Здесь я отдыхал в 1985 году. Воспоминания смутные, но остались, что мне здесь очень нравилось. Находился он в березовой роще. Как видите, очень много берез и сосен. Увы, все это в далеком прошлом. Это был центральный вход, дом отдыха «Звезда». Здесь были ворота, и это центральная аллея. Давайте пройдем в него и немножко посмотрим, что там осталось и сохранилось с тех времен. Сейчас мы находимся на территории бывшего дома отдыха «Звезда». Что мы здесь видим? Статую великого вождя народов и корпуса, бывшие корпуса. В этих корпусах сейчас живут люди. То есть приятно, что этот дом отдыха не постигла судьба разрухи, а все-таки здесь живут люди и какая-то теплится жизнь. Впереди мы видим старый фонтан. Давайте немножко подойдем поближе и посмотрим на него. Вот он, тот самый фонтан. Когда-то он работал. С тех пор прошло очень много лет. Вот такая у нас с вами интересная экскурсия в прошлое. Мы прошлись по территории этого бывшего дома отдыха. Что мы тут нашли? Старую постройку с тех времен. Кроме бывших корпусов, вот такие вот постройки, где просто сейчас живут люди. Мы не нашли, к сожалению, ни клуба, ни столовой. Не знаю, что с ними сталось. Но вот в таком состоянии находится ныне этот бывший дом отдыха. Вот еще одно здание из тех времен. Трудно понять его предназначение. Написано слово «спортивное». Что здесь было, неизвестно. Я хотел еще сказать пару слов по поводу этого дома отдыха. Хотел сказать вот что, что у него было самое лучшее место расположения во всем Зеленом городе, так как здесь рядом находились почта, которая, в принципе, существует и по сегодняшний день, да, магазин, который тоже существует, и рынок, который уже не существует. Поэтому, благодаря тому, что здесь самое лучшее место расположения, может быть, из-за этого этот дом отдыха не пришел в упадок. Здесь, по крайней мере, живут люди, и здесь протекает жизнь до сих пор, и мы не ходим здесь, как по кладбищу. Это очень приятно. Вот и закончилась моя небольшая экскурсия в прошлое по местам моего детства, по Зеленому городу.
Я замечательно погулял по этим местам, подышал воздухом и заодно снял для вас этот фильм. Надеюсь, он вам понравится.